Всем привет! В Питере 3 градуса. Все тает уже третий день. Где лед, где слякоть. Я вернулся на элитные помойки. И будем смотреть, что у нас здесь. Не забывайте подписываться на мою телегу. У меня есть телега. Там мы обсуждаем, что лучше брать, что не брать, как искать. Вот. Штанишки Хьюго. Интересно, какой размер. Может, даже мой возьмем. Так, здесь что-то интересное. О, какие-то талмуты. Какие-то талмуты. Что в баках? Ничего, берем штанишки Хьюго и идем дальше. Зашел на помойку и сразу удача. Тут куча вещей, целый бумажный пакет. Я, если честно, о, и сковородочка. Посмотрю, что за фирма. Может, металлолом, может, на продажу. И сумочка. Короче, так как я на элитной помойке, я возьму, наверное, все скопом прям. Весь мешок с вещами. О, сковородочка. Блин, ну я ее брать на алюминий не буду. Здесь эту железку хер оторвешь. Бомжа поставлю. О, Philips пылесос уже раздолбали. Вот здесь вот. Эпс. Сканер. Древнейшая технология ушедших цивилизаций. Никому не нужно. Это что? О, Samsung, micro USB, Аэрофлот. Что это? Айдапт. Прикольная штука. Только для чего? Ну, для зарядки, понятно. Ладно, возьму, разберусь. Вот открыл. Здесь такая кофемолка Bosch. Прикольно. Возьмем. О. Xbox. Что там, коробки продаются? Лестница от чего-то. О, походу дело мебель. Убитый диванчик. О. Ой, бля. Подождите. Короче, нижний чуть-чуть брошу, карман пока. О, какая детская штука. Она, наверное, такая никому не нужна. О, веточки. Так, и тут часть сделана. Так, а что у нас там такое было? Бижутерка же. Да, это бижутерка.
О, вынос вещей. Свитерок. Еще что-то. А, там женская. Спасибо. Больше не надо. Мешок Деда Мороза. О, микроволновка. Микроволновку мы возьмем. Придется, правда, ее как-то оттуда выковырять. Уже порылся в этом выносе. Ну что, свежак принесли. О, свежак, пуховик женский и обувь какая-то. Блин, тоже посмотрю сейчас. Сейчас посмотрю. Пуховик 42С. Можно взять. И обувь. Неплохая обувь. Короче, пожелайте мне удачи. Я полез за микроволновкой. Крышка-то у нее, хотя, блин, чаши нет. И она все. Она приказала долго жить. Ладно, может, провод хоть вырву. Тоже короткий. Опаньки. Мне здесь не подойти. Майки. О, собака. Это паль. Шпаль. Да, это стопроцентная такая паль. А ничего. Пару бомжей ходит. Они себе возьмут. Дипрочек, деревянные ящички. Так, протиснусь все-таки туда тихонечко. Thank you.
Ну, вроде ничего. Только Майк Айр. О, новый райончик. Отстраивается у нас тут вешалка. И вешалка убогая, убитая. Сантехника. Блин, я смогу, интересно, отломать кран. Он все-таки латунный. Ну, наверное, латунный. Тихо, Маше нельзя, ты что, чё-чё? Крысы гуль. Нет, всё-таки хочет кусить. Они танцевали под разную музыку, читали разные книги, смотрели разные фильмы. Вот что это за зумер вообще сидит в контру и играет? Мне интересно это... Маше нельзя! Маше! 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 Так, тихо.